специализированном ЦОНе Астаны готовые документы теперь выдают в 10 окнах. Ранее их было только 3. Изменения произошли не только в этой части. Так, все услуги жители сейчас получают в одном помещении, где работают порядка 40 операторов. А в другом оборудовали зал ожидания. Медслужба, где можно получить специальные справки, теперь для удобства находится на первом этаже. Все это позволяет экономить время. Как утверждает руководство спеццона, на переоформление автомобиля по стандарту теперь необходимо всего 2 часа. Мы, как уже по статистике тоже видим, у нас такого, у нас, как ранее было, скоплений, такого, как вы сами видите, и очереди нету. У нас до этого были очереди большие. Сейчас со всех районов, Хмельницкая область, все едут сюда в спеццон переоформляться и также водительство получать. Как был изменен в законе, закрытый рынок.